когда входим в боксерский зал, я вам сразу рекомендую начинать с разминки с голеностопного сустава. Объясню почему. Потому что голеностопный сустав нужен для того, чтобы боксер двигался на ногах. Движение для боксера – это все. Поэтому, как вы входите в зал, начинайте сразу разминать голеностопные суставы. Наверное, любые вращательные движения в одну, в другую сторону, с двух ног, то левой, то правой. Обязательно вращайте в одну сторону, походите на внутренней, на внешней стороне стопы, потяните на носочки, встаньте на пяточки. После этого, как вы размяли носок сустав, я вам рекомендую постепенно переходить от низа к верху. После того, как вы размяли голеностоп, переходите к коленям. Обязательно подтянуть необходимо колени. После того, как вы подтянете коленочки, вы переходите чуть выше от колена к бедру. И паховые кольца обязательно надо размять. Вот это, наверное, простые упражнения, которые не требуют много затрат физических. После того, как вы размяли пах, обязательно переходим от низа кверху, переходим к поясничному отделу, вращательные движения в пояснице. Обыкновенно простые упражнения, вращательные движения вперед. Также потом можно поделать наклончики. После того, как вы размяли поясницу, переходим к верхнему плечевому поясу, к плечам. Любые вращательные движения в плечевом суставе, в одну другую сторону. От плеча я рекомендую переходить к локтевому суставу, размять голеностопный локтевой сустав. После этого переходим уже к рукам. Разминаем кисти. Ну и в конце я буду немножко подтягивать шею, разминать шею. После продолжительной вот этой разминки переходим к беговым упражнениям и к челночному бегу. А после берем скакалку и теннисный мяч. После того, как мы на месте размялись, переходим на беговые упражнения. Рекомендую 2-3 минуты побегать обычным бегом, потом переходить на бег с высоким подниманием бедра. После захлёстываем голень назад. Махи ногами в сторону, как можно больше. С большей амплитудой движения. После таких коротких упражнений можно переходить на бег с крестным шагом. И то правым боком, то левым боком. То левая нога впереди, то правая нога впереди. Левым боком, то правым боком. Обратите внимание на правильность положения ног. Ноги должны быть на уровне своих плеч. Они не должны быть ни шире, ни уже. И вместе ноги сдвигать не надо. После беговых упражнений можно переходить на вращательные движения в плечевом суставе и в тазобедренном суставе. Также можно выпрыгнуть с высоким вращательным движением. Да. Можно выпрыгнуть, прогнуться назад, потянуться. Можно также выпрыгивание с нанесением 3 прямых ударов. Как можно выше выпрыгиваем, наносим прямые удары. Также выпрыгиваем и достаем мышки ног. Ноги как можно шире. Ножки пошире. Да. После этого можно перейти на упражнение насос. Поворот корпуса влево, в правую сторону. Ну и
Заканчиваем разминкой. Это скакалка и теннисный мяч. Разминка с теннисным мячом. Двигаемся по кругу, то в левую сторону, то в правую. Мяч у вас находится все время в центре вашего круга. А вы быстрые смены ног производите, то влево, то вправо. После того, как вы это сделали, можно переходить на отработку как бы с ударами. Двигаясь и ловим то левой рукой, имитируем удар, то правой, то прямой, то боковой, то снизу, то сбоку. Мяч у вас находится все время в центре перед вашими глазами. Потом мы перешли упражнение разминка в парах. Это руки на плечи, двигаемся по кругу со сменой направления. Один меняет направление по кругу, второй строго за ним повторяет. То в левую сторону, то вправо. Быстрое перемещение. То в левую сторону, то в правую сторону. После этого то же самое, только в боевой стоечке. Ноги на ширине плеч, руки у подбородка. И двигаемся по кругу. То в левую сторону, то вправо. Быстрое перемещение ног. После этого мы выполняли салочки ногами. Руки на плечи, двигаемся как можно быстрее, чтобы запутать партнера, чтобы он не знал, в какую сторону уходить, то влево, то вправо. Наступаем на мысочки ног. Потом упражнение также, но только из боевой стоечки мы двигаемся. И также играем салочки ногами. После этого мы выполняем упражнение пуш-пуш. Толчки руками в живот, левую на левую одновременно, правую на правую. И обратите внимание, что толкать надо в живот. Не просто отпрыгивать, а именно толкать. После этого мы делаем толчки в плечо, то в левое, то в правое.